под дорогам судьбы счастья слог. Не подводи никогда жизни итог, итог. Здравствуйте, дорогие телезрители! Это я, Владислав Тыткин, и мой авторский телевизионный проект «По дорогам моей судьбы». Кавер-группы называют коллектив, репертуар которого составляют не авторские произведения, а песни других исполнителей. При исполнении переделки возможно сохранение оригинальной аранжировки или выход трека в кардинально преображенном виде с другим ритмом, с задействованными музыкальными инструментами, обработкой треков. В настоящее время существует огромное количество кавер-групп, которые могут исполнить ваши любимые песни, но найти настоящих профессионалов, способных не только петь нужные песни, а которые могут расшевелить даже самую унылую публику, заставить петь, танцевать всех присутствующих, порой непростая задача. Благодаря развитию современных технологий любимые хиты в различных аранжировках сегодня звучат по-новому. Ну и по сей день ничто не способно заменить живое исполнение. Одной из таких популярных кавер-групп в Татарстане являются мои сегодняшние гости. Артисты, которые настоящие виртуозы, тонко чувствующие настроение зрителя, способные отработать концерт или сделать ваш праздник незабываемым. Доброе утро, добрый день, а может быть, добрый вечер, дорогие наши телезрители. Мы продолжаем работу нашего проекта «По дорогам моей судьбы». И сегодня у меня в гостях замечательная заинская кавер-группа «Шумгам». Ребята, добрый день. Привет, Влад. Привет, дорогие зрители. Да, создателем и лидером группы, кавер-группы «Шумгам» является Александр Чернов. Ребят, поаплодируем. Ну и давайте с самого начала программы. Концепция моей программы очень проста. Мы разговариваем с вами на «ты», без всяких галстуков. Хорошо? Договорились? Саш, пожалуйста, представь поименно и пофамильно каждого, скажем, музыканта в твоей группе. Какую функцию ребята выполняют в твоем музыкальном коллективе? Пожалуйста. Да, вот Залина у нас играет на барабанах, Борис у нас играет на бас-гитаре и поет бэк-вокалом и основным вокалом в некоторых песнях, да. Ляна у нас тоже поет бэк-вокал, основной вокал в некоторых песнях. Ну и Айрат у нас играет на гитаре и на ионике, так скажем, на синтезаторе. На синтезаторе. Да. Хорошо, ребят, очень приятно вас всех видеть. Расскажи, пожалуйста, про историю создания этой группы. Как вы нашли друг друга? В каком году зародилась идея создать свою кавер-группу? В 2015 году я познакомился уже с бывшим нашим басистом Максимом и предложил ему создать группу на коммерческой основе, чтобы играть, выступать на всевозможных мероприятиях. Вот. И барабанщик я уже знал, это был мой друг Марсель. И на тот момент еще школьник Иван у нас такой играл на синтезаторе. Вот такой у нас был состав. Это вот. Первый состав? Это первый состав, да. Потом он постоянно менялся, мы росли. И вот доросли вот до таких вот масштабов, так скажем. Смотри, а изначально идея была создание группы и название ее «Шумгам»? Или она называлась как-то иначе? Нет, она называлась... она называлась... «Кама Суматра» она называлась, и кавер-группа, напомню, ребят. «Смайл Бэнд», совершенно верно, да. Изначально она называлась «Смайл Бэнд», вот. Но потом в ходе изменения состава и менялось название группы. Хорошо, вот. Тогда, смотри, засыпочка такая небольшая. Почему шум, гам? Вы шумите и создаете большой треск на сцене? Ну, или... что-то типа того, типа такой, чтобы название... Для поднятия души. Ну, да, и чтобы название как бы говорило за саму группу, что мы приезжаем и эй-эй! И наводим порядки свои музыкальные. Да, и устраиваем бардак. Замечательно. Ну, бардак в хорошем культурном... Да. Шум-гам, да. Как вы вообще выбираете репертуар и музыкальный материал для следующего кавера? И как распределяются вокальные партии? Опишите свой творческий процесс. Творческий процесс абсолютно простой. Мы берем песню, ту или иную,
Если она нам понравилась, и мы можем ее сыграть, мы ее добавляем в наш репертуар. Да, так раз все так просто. Да. Все с этим согласны? Да? Ну да. У нас есть чат в WhatsApp, если... Ну, мы туда закидываем, в общем, песни. Кто-то, например, едет на работу, услышал по радио песню, закидывает ее в чат, там, типа, ребята, вот, если это вот такая вот песня. Вот, проходит одобрение, стадию одобрения, потом можем даже представить, как она будет звучать со сцены, вот, и современная что она. Что немаловажно, кстати. Да, или, может, она уже забытая давным-давно. Пойдет она или не пойдет. Да. Но все, самое главное, что все сообща, вот, чтобы каждому было приятно и кайфово, так скажем, ее играть потом со сцены. Я лично видел и очень много раз работал с кавер-группами различными, где есть один вокалист, ну, максимум два. Это либо девушка и парень, либо два парня, либо две девушки. Угу. Я знаю изначально, что фишкой вашего коллектива является присутствие трех вокалистов. Да, совершенно верно. Одна из главных наших, так скажем, фишек. Но вот на пространстве, так скажем, Татарстана мы знаем много команд. И если я только не ошибаюсь, то три вокалиста, ну, три голоса в группе только у нас. Вот. За что большое спасибо Борису, который раскладывает нам партии. Вот. У Бориса абсолютный слух. Вот. То есть он... Это действительно так. Ну, да. С Борисом мы работали. Слух, да. Практически со всеми с вами мы работали. Единственная у нас вот новая исполнительница, которая является представителем Республики Татарстан, но гордого нашего соседа, города Альметьев. Давайте поаплодируем ей. Да. А, ребят, я замечательно всех знаю и думаю, что заинцы, не только заинцы, кто будут смотреть нашу программу, конечно же, знают эту группу. Просто нам хотелось сегодня поговорить более откровенно и более углубленно. Саш, хочется поговорить о дебюте. Или, проще говоря, о самом первом выступлении твоей команды. Расскажи, где это все происходило, что вы чувствовали и как вас приняла в первый раз дебютно публика? Насчет того, как приняла, наверное, уже не вспомню, но приняла, я так думаю, что хорошо, потому что если приняла плохо, я бы это запомнил. Вот. Это было в конце 2015 года, это были новогодние корпоративы вот, в одном из заведений нашего города. Вот. То есть мы где-то осенью начали готовить уже программу, и вот до конца декабря мы ее приготовили, около 30, наверное, песен. Вот, и... Это первоначальный репертуар был, да? Да, ну вот. Ну, какие-то песни Максим знал, какие-то я знал, какие-то мы вместе знали. И вот и Марсель тоже знал многие песни. И вот это очень упростило нам задачу. Вот поэтому за такой, я считаю, короткий срок, 30 песен мы подготовили и хорошо, как я считаю, выступили. Вот смотри, дебют. Всегда же говорят, дебют прошел успешно. Когда дебют проходит успешно, конечно же, руководители группы, твои музыканты, твои друзья, коллеги по работе, для вас это кайф, правильно? И хочется продолжать работать в том же духе. Бывают провальные варианты, когда, ну вот, не получилось что-то. Значит, у вас все получилось? Когда что-то не получается, мы не расстраиваемся, мы из этого, наоборот, извлекаем пользу. И вот если что-то не получилось, мы мотаем на ус, и уже, чтобы в следующий раз каких-то ошибок не допускать. Дай бог. Желаю, чтобы это было всегда. И самое главное, что сообща всегда получается замечательный результат. Правильно? Я просто знаю давно, уважаемые телезрители, что Саша вообще не любит принимать решения один, сообща в группе, поэтому, наверное, рядом с тобой такие замечательные молодые люди. Молодцы, ребят. Исполняете ли вы патриотические песни? Да, мы не единожды выступали на мероприятиях, посвященных Дню Победы, на патриотических концертах. И как раз так совпало, что сейчас мы готовимся к выступлению на празднование 9 мая в нашем городе. Готовим новую программу, патриотические песни, вот, чтобы достойно представить себя, свою команду на этом великом празднике. Я могу сказать только браво, молодцы, ребят, потому что Россия – это Россия, это страна, в которой мы живем, которую мы любим. Молодцы. Есть ли в репертуаре вашей группы песни национальностей и народов Российской Федерации? Ну, в частности, татарские песни есть. Есть, да? Да. А вообще представители скольки национальностей у вас в группе? Ну, татарин, русские, кряшен.
три национальности. То есть обязательно песни всех этих национальностей мы услышим. Обязательно, конечно. Дерзайте. Ляна, как вы подбираете костюмы для выступлений? Сами создаете их или заказываете? Сейчас в целом мы все вместе обсуждаем дизайн, направление наших костюмов, то есть как они будут выглядеть, в каком стиле, и, естественно, мы их заказываем. Сейчас такое время, оно уже новое, нету такого столько времени у нас шить костюмы, заказывать ткани, ездить покупать ткани. Нам проще заказать готовый вариант, увидеть примерный образ, что мы хотим, и мы покупаем, заказываем. Я знаю просто, что ты обладаешь большим вкусом, не вкусовщиной, а вкусом при выборе сценических костюмов. Наверное, этим занимаешься ты. В целом, Лен, да. Есть такое. Раскройте тайну. Мы всех не обращаемся. Есть такая, да. У нас в группе, ну, как говорим, у нас чат есть. И, допустим, мы выбираем все образы. Ляна, быстрее пиши, отвечай, где ты пропала? Нам нужен твой совет. Мы с Алиной вот крайний раз выбирали ее образы по видеозвонку. Она мне с Альметьевска звонила, ходила по торговому центру, и я ей помогала. Не-не, это не то, это давай вот это выбирай. Вот так вот ходили, советовались. Айрат, вы наверняка мониторите рынок кавер-групп. Как вы оцениваете свое место на нем, на этом рынке? Чем вы отличаетесь от остальных с точки зрения профессионального человека, который разбирается в музыке, и с точки зрения обычного обывателя? Вот, например, организатора любого корпоратива. Вы же тоже выступаете на корпоративах. Это называется в простонародье заказник. То есть, когда кавер-группу любого исполнителя, любого артиста, любого жанра приглашают на корпоративный вечер. Знаешь, Влад, есть такой момент, то, что многие группы, большинство групп, они, да, очень хорошо играют, но они просто выходят и играют. Я считаю, что наша группа отличается тем, что мы не просто выходим и играем, мы все-таки создаем настроение, мы активно работаем с публикой. Это правда. Мне кажется, то, что если ты хочешь просто послушать качественную музыку, ее можно и дома послушать, и в машине, и так далее. А человек на концерт приходит все-таки за эмоциями. Он хочет сам поучаствовать в процессе. Поэтому, мне кажется, это наша самая, наверное, одна из самых главных отличительных черт, так скажем. Ну, я тоже не раз бывал на ваших выступлениях и был не организатором. Я был просто обывателем, который пришел послушать вас. Это было часто на больших празднествах в городе. Я ловил то самое настроение, друзья. Надеюсь, и вы тоже. Вы поете, музицируете, выступаете, играете в группе. Но ведь у каждого из вас наверняка есть какие-то проекты, хобби и увлечения, которыми вы занимаетесь чисто для себя, помимо музыки, для души. Каждый, ответьте, пожалуйста, у кого какие, помимо музыки, музицирования и вокала, есть личные хобби, которым вы тоже предпочтение отдаете. Саш, начнем с себя. Ну, вообще, я занимаюсь, преподаю, точнее, уроки гитары, уроки барабанов. Играю, включая Шумгам, еще в двух, точнее, в трех проектах. То есть это проект Шумгам, проект группы Марш, это трибьют группе Кино. Заметьте, какой музыкальный человек. Я сказал «хобби», он опять о музыке. Вот как человек утонул просто в пространстве под названием музыка. А все-таки, нет, а в жизни? Без музыки. Вот давай музыку. Я понимаю, что в жизни каждого из нас без музыки мы жить не сможем. Я просто знаю, я не знаю, от кого я это слышал, что вы командой любите отдыхать на свежем воздухе. Туризм, например. Да, а почему скрываешь, говори. Рассказывай. Не совсем хобби, это просто как бы наш отдых. Вот мы, да, чтобы разгрузиться, чтобы пообщаться там, в неформальной какой-то обстановке, чтобы просто отдохнуть. Вот, и как-то, может, сблизиться, там, пообщаться и так далее. Потому что на выступлениях там либо какие-то рабочие моменты обсуждаются, либо там так, давай программу там меняем и так далее. Ну, это есть, да. И все-таки музыка его не отпускает. Борис следующий. Ну, у Бориса, в принципе, хобби особо нету. В летний период это огород, хобби, пожалуйста. Любишь? Да, да. Землю любишь? Да, люблю сажать растения, овощи, ну, поливать огород. Ну, в общем, не, ну это серьезное увлечение. Ну да, такое оно сложное. Кто-то не любит, а кто-то... Энергозатратное, но потом оно приносит свои плоды. Ну это здорово.
Леночка? Ну, у меня достаточно много хобби, помимо нашей группы. У меня есть агентство праздников, занимаемся аниматорством, устраиваем праздники для детей. И я очень сильно люблю йогу, тренировки. Это уж мое самое-самое главное хобби. Вот. Ты давно к этому пришла? Это же целая наука. Да, больше 5 лет я этим занимаюсь. Ну, даже 7-8 лет, наверное, тренировками занимаюсь. Ну, это прям вот мое, это я очень сильно люблю. Вот. Это то, что я люблю. Залиночка? Ну, очень сложно ответить на этот вопрос, когда кроме музыки ничего больше не воспринимаешь. Ну, не то, что не воспринимаешь, а живешь только ею. И она является не только работой, но и хобби, и способом отдохнуть, так сказать, разгрузиться, в принципе. Вот, поэтому... Ну и, как мне известно, ты же как раз и по музыкальному направлению и обучаешься сейчас. Но я преподаю в музыкальной школе. Преподаешь в музыкальной школе? Да, но другой инструмент флейту. Вот. Какой размер? Если бы мне лет 10 сказали назад, что я буду играть на барабанах, я бы, наверное, не поверила. Потому что я играла уже в группе, играла на флейте. Вот. Это была не кавер-группа, там были авторские песни. Mm-hmm. Вот. И приходилось где-то что-то импровизировать. Вот, потом я, это было во время обучения в музыкальном колледже. Да. Потом я пошла работать по преподавателю по классу флейты. Угу. И вот как-то так случилось, то, что я вот была изначально, наверное, в подростковом возрасте уже неравнодушна к барабанам. И благодаря не школе барабанов, которая есть у нас в Альметьевске, угу. Вот, я в себе открыла, громко сказано, талант. Ну почему? Тут все пятеро, вся октябрятская звездочка таланты. Я как-то очень быстро начала там преподавать. И благодаря мужу, наверное, муж у меня знаком с Александром. Они в тот момент искали барабанщика. И я тоже искала им барабанщика. А потом мы вспомнили, что я-то тоже, оказывается, умею. Вот. И решила попробовать, и начало получаться. Так это вообще здорово. Слушайте, такая интересная история. Вот оно, вот как люди встречаются, а? Как определяются, сходятся, и потом уже выдают желаемый результат. Здорово, классно. Ну и, Айрат, давай твои хобби и предпочтения помимо музыки. Я знаю, что ты очень занят. Во-первых, Айрат является замечательным звукорежиссером Дворца культуры. Человек, который от и до с головой в процессе всегда. И всегда то, что он делает, это не реклама, это констатация факта. Я могу сказать, как человек творческий. Я очень часто пишусь у него, и это всегда получается. Я заведомо знаю, к кому я иду и что из этого получится. Поэтому давай закрываем дверь звукорежиссерской будки и говорим о том, что чем ты еще увлекаешься. Что тебе интересно? Я обожаю абстрагироваться вообще от всей этой деятельности музыкальной. Не знаю, элементарно погулять с семьей, куда-то выехать просто с детьми время провести. Конечно, крайне редко получается из-за занятости, но все-таки стараюсь. Обожаю выезжать на природу, посидеть у костра, просто в тишине, например. Рыбалка, охота? Ну, рыбалка, охоты нет, но вот именно просто выезжать с палатками, переночевать на природе, это, не знаю, релакс такой, так скажем, да. Для меня. Вот. А вот, кстати, неудивительно, смотрите, все музыканты, да, все равно от своей музыкальной и карьеры, и деятельности не могут уйти, да? Вот все равно ведь не могут уйти. Ведь в огороде тоже звучит музыка. Да? Саня вообще отключиться не может, у него только музыка. Вот Айрат ведь тоже, ведь видите, у костра это ведь релакс. Релакс. Он и в тишине может быть, но все равно ведь что-то рождается, все равно ведь ты думаешь о музыке. Вот настоящие творческие люди, талантливые люди. Да, звуки природы. Что, вот ты правильно говорила, то, что не скромно. Это должно звучать так. Музыкант не уйдет никуда от своей сущности. Это так и есть. We'll be right back.
нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Утешайте меня, мне слова не нужны. Мне подыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там сверкает кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Мне кажется, что у любого музыканта есть мечты и амбиции выпустить свой аудиоальбом, записать сольник, выступить с кем-то из великих и известных на одной сцене. В вашей группе есть такое? По поводу записи альбома пока такой мечты, так скажем, нету. Мы записываем песни только пока для того, чтобы наложить их на видео с концерта, ну и сделать такой... как промо-ролик, ну, можно, да, так сказать. Вот. По поводу выступления с известными артистами, ну, бывали такие выступления с группой Мураками, например, мы пересекались с группой Рок Острова, пересекались с Кармен, и вот 21 апреля, я надеюсь, пересечемся со Светой. Вот. Будем выступать в одном ресторане Набережных Челнов. Ребят, бывают ли в ваших выступлениях каверзные ситуации? Я знаю, что у артистов это бывает. Наверное, и вашу группу это не обошло. Давайте каждый. Так, что сейчас пришло первое на ум, так скажем, в голову, это то, что в сентябре мы поехали выступать в Набережные Челны. В Альметьевске выступал в тот день Баста и Григорий Лепс. И вот мы выезжали в Заинск. Нефтяников, вроде бы, да. И мы выезжали в Заинск, и просто большой поток машин и фары нескончаемые. Я такой пробки не видел, наверное, никогда. То есть там, ну, десятки километров. Вот. А мы ехали просто по чистой дороге, там пару машин. То есть мы вообще, все было нормально. И обратно вот. И на обратном пути, да, было то же самое. Да, только все ехали уже наоборот с концерта, а мы ехали с выступления. Вот. И была очень просто большая пробка, вот такой вот был случай.
Ну, мы как люди пунктуальные и любящие приезжать вовремя, чтобы успеть настроиться. Или даже заранее. Да, заранее мы люди любим приезжать. Была такая ситуация, мы так спешили, что я с Альметьевска доезжаю в Заинск на своей машине, потом мы пересаживаемся в другую машину и уезжаем в набережные Челны, к примеру. И так получилось, то, что я оставила свою машину на парковке возле ДК «Энергетик» с открытым багажником, открытую совершенно машину с ключами в замке. Вот так вот. Мы спешили очень. Я взяла все самое необходимое для себя, там одежду, палочки, но про машину совсем забыла. Мы успели забрать всех ребят, практически выехать с города, но мне не давало покоя это чувство, что что-то не так. Мы вернулись, и мы были в шоке. Потому что машина стояла, и никто даже не тронул. Слава богу, никто не тронул. Все, что лежало в багажнике, все, что было положено туда, все так осталось. Значит, мы хорошие люди. Заинск самый некриминальный город. Да. Так, дальше. Рассказывайте. Тогда я расскажу, да. Поехали на выступление, на большое выступление в набережные Челны. Очень, как бы, подготовились, так скажем, все, ничего не забыли, ничего не забыли. Приезжаем, нету барабанов, тарелок. Как играть, непонятно, слава богу. Ну, мы бегали, искали, что делать, слава богу. Местные ребята, кто ставил оборудование, очень нам помогли, съездили. Это даже не в самих Челнах, это за городом было. То есть в город съездили, привезли нам эти тарелки. Хорошо, что есть хорошие люди, которые помогают. Выручили. Подчас, наоборот, стараются не помогать, выходить из ситуации сами. А это смотрите. Ну, я уже чувствую, у вас сопутствуют только хорошие люди. Хорошие знакомые, они нам помогли. Да. Ну, мы к себе, да, стараемся сразу расположить. То есть даже мы приезжаем на какую-то площадку, например, звукорежиссер какой-то не наш, ну, не свой, да, мы его не знаем, например, первый раз видим, вот. Стараемся его сразу расположить к себе, вот, ну, и настроиться на дружескую, так сказать, обстановку, вот, и... И вот так вот потом нам выходит, что люди помогают, хотя это не входит в их компетенцию, они могли сказать, типа, да я там не поеду за город сейчас, ребята, давайте думать. Вот, но нет. Привезут, пошутят, улыбнутся, да, помогут. Да. Правильно, потому что нос надо держать по ветру, а не выше ветра, правильно? Конечно. Чтобы в ноздри не задувало. Потому что многие артисты ведут себя неадекватно. Подчас то, что они делают на сцене, совершенно, ну, не десятибальная система, да, а ведут себя совершенно по-другому. Правильно, ваша позиция мне ясна и понятна. Молодцы. Есть? Да, давай. Есть. Был такой момент, что мы работали на новогодних корпоративах. Ага. Соответственно, их было очень много. Мы каждый день... И дай бог, чтобы было много. Да, пусть так и будет, да. Мы ездили в Альметьевск работать. Соответственно, все уже работали на износ. И получилось так, что у нас вокалистка Лиана, она... очень сильно заболела, у нее пропал голос абсолютно. Она не смогла с нами поехать несколько концертов последних. Это были заключительные концерты. Нам пришлось переключиться. Александр взял партию на себя основную. Я перенял на себя все бэки. В общем, вот такая каверная ситуация была. Но выкрутились. То есть мы взаимозаменяемые, так скажем. Здорово, да, вообще. Хорошо, что Саша знает практически все песни, которые пою я. И мы можем поменяться ролями. А так, мне кажется, и должно быть, Саша, да? Так и должно быть. Ну, может быть, кто-то из вас нам скажет, что Лиана же высоко поет, как Саша спел. Мы меняли тональность, и все. Ребята, профессионал. Ну, правильно. Есть? Ну и моя история. Я так как человек-солист группы, мне очень важно выглядеть красиво, ну, так все... Картиночка, чтобы да, была да, фешенебельная. Образ был красивый. И в один момент я приехала на концерт, я не помню, что именно, то ли я не взяла платье, то ли что, или мне сапоги не подошли. Я такая ходила, Залина говорит, Ля, что-то не то. И мы просто с ней за 5 минут до выхода на сцену выбрали мне образ. Она была в черных сапогах зимних, она говорит, Ля, надевай мои сапоги. Мы там что-то взяли, какие-то футболки нашли, жилетки, просто накинули и убегаем петь. Ну, то есть классно, что можно как-то подобрать хотя бы образы, даже если ты что-то забыл. Вот такая ситуация. Выкрутились. Как хорошо, когда две девушки звучат. Да, именно, когда две девушки, да. Саш, расскажите о своем, вот уже вот именно в этом составе группы, самом запоминающемся
и, наверное, я могу сказать, не побоюсь этого слова, но вот одно из самых любимых выступлений ваших. Вот, когда все получилось, вот все шло так, как должно было идти. Есть такое? Есть такое. Скажи. Он запоминающийся тем, что он такой душевный, там такая душевная, дружеская обстановка. Это фестиваль, в котором мы участвуем, ну, не с этим составом, но группа наша участвует там с 2014 года, каждый год летом. Это начало августа. Фестиваль называется ВМБ. Это, в общем, проводят его байкеры. Mm-hmm. Приезжают туда просто со всех уголков страны. Самые добрые люди, кстати, байкеры. Да, да, совершенно верно, совершенно верно. Безбашенные и самые добрые. Да, не, на самом деле так и есть. Это просто, ну, они, ну, выглядят как такие здоровые дядьки, бородатые, страшные. А сами такие добрые. Да, 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 да. Вот, и в этом году мы тоже туда поедем, будем готовить специальную программу, тем более, что фестивалю, а точнее клубу этому уже 20 лет в этом году. Вот, ну, будем готовить что-то такое грандиозное. Вот. Я вспоминаю наш первый фестиваль, в котором мы там участвовали. Там было пару каких-то колонок, не было никакой крыши, ничего вообще. И какой сейчас мы делаем там... Фестиваль шоу, да. То есть там на там многие киловатты звука, света и так далее. А там выступают только группы вашего направления, кавер-группы, или солисты, дуэты? Ну, в основном кавера, потому что мотофестиваль — это же, ну, такой фестиваль, там, ну, должны, да, быть известные песни и так далее. Но бывают ребята, которые играют и свою музыку. Это вот с Казани, например, приезжают ребята, называется «Буква М» группа. Вот, ну, вот как так это, на мой взгляд, и ребята, вот, наверное, думаю, поддержат меня в этом плане, что это очень душевный такой классный фестиваль. Да. Мы туда едем очень. Не только выступать и работать, мы едем отдыхать. Да, да. Он проходит в пятницу, субботу и воскресенье там разъезд. Вот, мы приезжаем прямо уже в пятницу. То есть в пятницу приезжаем, отдыхаем, в субботу выставляем аппаратуру, выступаем. Ну, и... Это, наверное, где-то сродни фестивалю Грушинскому в Самаре. Когда собирается со всей страны, из-за рубежа даже, с ближнего зарубежья приезжают, да, гитаристы. Знаете, да, такой фестиваль, да? Вот у вас свой такой фестиваль. Да, можно сказать. У состоявшихся артистов, конечно же, есть свой райдер. Вы принципиально относитесь к вопросам его соблюдения. У вас есть свой райдер? Да, у нас есть технический райдер, технические требования, так скажем. Только технический у вас райдер? Да. Бытового, да, нет? Мы... Пока так. Бытовой не, бутылка не воды. Мы не требовательны. Ну, хочется, конечно, придерживаться, но бывают такие ситуации, когда небольшая площадка или там небольшие возможности или что-то еще, мы все равно всегда стараемся войти в положение, договариваемся, может, что-то свое довозим, либо там меняем что-то. Как бы всегда нужно идти на контакт и разговаривать, договариваться. У нас даже прям там это прописано, что в любом случае можно договориться, звоните и так далее. То есть в райдере все прописано? Там все прописано конкретно, да. Понятно. Залин, у меня к тебе вопрос. Назови, пожалуйста, музыкального исполнителя либо группу, на которого вы равняетесь в большей степени и кого бы вы рекомендовали послушать нашим телезрителям. Вот у групп, вот смотрите, кавер-группа «Шумгам». Наверное, ведь ориентир все равно есть на какого-то исполнителя или кавер-группу, или просто рок-группу. Ну, сейчас очень много направлений, да? У вашей группы существует такая группа или исполнитель? Ну, у нас у всех в группе, начнем с того, что вкусы очень разные, очень отличаются. Разные? Разные вкусы, у всех абсолютно. Ах, еще нужно понимать, Саша, что... Саша, почему не привил вкус один? Еще нужно понимать, что публика тоже... разносторонние. Да, и мы стараемся все-таки репертуар подбирать... На угоду зрителю. Да, в первую очередь, да, да. Как бы я, по большей степени, я люблю рок. Рок. Да. Но прям какой-то именно исполнитель или группы у меня нету. То есть я вообще могу... направление рок нравится? Да, то есть мне нравится там пару песен с этой группы, там пару песен с этой группы. Мне главное, чтобы была гармония, мелодичность. Вот. Ну, смотрите, Залин, да, ответил. Давайте каждый. Кто привержен к какому направлению в музыке? Давайте, вот мы сейчас и сколотим эту кавер-группу. Айрат. Ну, поначалу я тоже так же как бы слушал больше рок. Но сейчас я склонился как бы во все направления, по сути, вплоть до того дошло, что я даже народные песни начал слушать.
Ну, ты по роду своей деятельности, извини, тебе нужно слушать все и слышать вся, потому что, ну, наверное, хороший исполнитель, который пишется в твоей студии и привили любовь, хорошие исполнители, не которые приходят, и изначально им надо просто прописаться, а те, которые поющие. Да, да, интересно слушать, когда люди приходят, ты даже иногда не ожидаешь, что как бы такое выдумали. Как человек раскрывается, да? Да, приходит и... А дай-ка я потом эту песню еще послушаю, отдельно тоже где-нибудь найду. Вот. Такое есть в конкретном направлении, нет со всех направлений, как Залина сказала, здесь две песни, здесь одна песня. Борис? Ну, в моем предпочтении вообще я меломан, люблю разную музыку. То есть от классики до тяжелого рока. Также люблю церковную музыку очень. Духовную? Духовную, да. Ну, я пою в церкви иногда, вот тоже мне очень сильно нравится. Когда я прихожу на службу, дорогие телезрители, когда я слышу голос Бориса, у меня сердце замирает. Я знаю, что он обязательно наверху и сверху идет его мощь. И это здорово, классно вообще. Какие разбеги у вас вообще в предпочтениях? Леаночка, пожалуйста. Я люблю больше всего это поп-направление. Вот. А исполнять как солист я люблю и роковую музыку, потому что под нее можно хорошо закачать. Вообще, я люблю выдавать эмоции на сцене, вот, и поэтому рок я тоже люблю исполнять. И поп-музыку интересно исполнять, потому что это мое. Я ее слушаю постоянно и как-то чувствую себя как рыба в воде на сцене в этот момент. Вот. Вот такие мы разносторонние. Да. Молодцы, здорово. Саш, что, на твой взгляд, и на взгляд, наверное, всей твоей команды, важно выступление кавер-группы? Вот есть самое важное правило выступления кавер-группы? Подача. Подача. Да. Нужно, как я думаю, не просто, ну, как бы уныло выступать, надо выступать ярко, чтобы люди тебя запомнили, чтобы люди хотели видеть тебя на своем празднике. Вот, ну, мы вот с такой подачей работаем. Полная отдача. Ну да. То есть полная зарядка и отдача. Mm. Правильно, когда группа готова, скажем, к свершениям и отдается тем, кто пришел ее слушать, тогда и желаемый результат будет у тебя в кармане. Вы когда-нибудь участвовали в фестивалях, конкурсах? Какие места, может быть, занимали? Потому что мы знаем вас как кавер-группу «Шумгам», но ведь у любого коллектива есть какие-то завоевания, свое прошлое. Или вы готовитесь к какому-то будущему фестивалю? Пусть Залина расскажет, потому Залина, что... Залина, пожалуйста. Да, мы участвовали в фестивале. В 22-м году это было, в том году. Фестиваль проходил в городе Бавлы. Называется он «Атмосфера». Он тоже уже много лет подряд проходит. И там тоже разные направления есть. Как и музыкальные группы, так и танцы и тому подобное. Это республиканский фестиваль? Ой, я даже не могу сейчас сказать. Но там... Республиканский, скорее всего. Скорее да, всего. Но там... А представители каких городов там были? Тут Татарстан. Татарстан, да? Да. Мы там заняли первое место. Давайте поаплодируем вам! Поздравляем! Молодцы! Более того, мы выступали с другими музыкантами там. Туда приехали просто выступать на акустической гитаре и просто на месте нас попросили, а можете подыграть? И? Мы знаем эти песни, вышли, сыграли, как бы. Можно сказать, что ребята даже, мне кажется, отчасти из-за этого заняли более высокие места. Второе место, кстати, заняли. Это вот кому подыгрывали. Да, а теперь скажите мне, пожалуйста, вообще страна наша, она же страна возможностей. Сейчас столько фестивалей, столько конкурсов. Вот вы ощущаете себя уже готовой к большому российскому конкурсу? Сейчас проходит набор и прослушивание на конкурс на нашем радио. Вот не могу вспомнить почему-то, как он называется. «Молодые ветра» он называется. Вот, и мы планируем там туда подавать заявку. Вот, и посмотрим, что из этого получится. Держи пальцы. Вот, да, посмотрим, что из этого получится. Ребят, какие достижения вы для себя видите, ну-то этаки через 5-10 лет в любом направлении
и жизненных аспектах. Если начать прям с кавер-групп, ну, что касается кавер-группы, я думаю, мы все равно будем так же работать, будут совсем другие площадки, другой уровень. Мы к этому стремимся, я уверен, просто, что у нас получится. Вот. Что касается меня лично, так как я уже говорил, что я преподаватель по барабанам и по гитаре, я вижу, что многие молодые ребята 15, от 12 до там, 15 лет хотят создать свою какую-то рок-команду, какой-то свой коллектив собрать, но пока у нас нет такого помещения или, так скажем, школы полноценной, где бы обучали и барабанам, и вокалу, и гитаре, ну и так далее. Вот. И есть такое в планах создать такую, так скажем, школу рока в нашем Заинске, в нашем городе. Вот. И я себя вижу там, вот где-то я там варюсь, может, не как не руководитель, но... Продюсер этой школы, почему нет? Что-то типа такого, вот. Ага, так, Зариночка. Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня позиция жизни такая, что я в основном живу настоящим временем. И боюсь даже загадывать что-то. Вот. Но надеюсь я на то, что группа у нас будет дальше и больше развиваться. И вот как Александр сказал, да, мы выйдем на более крупные площадки. Что касается меня лично, честно говоря, я, наоборот, себя хочу немножечко разгрузить. Да? Я хочу, плане? Ну, хочу уйти немножечко, чуть-чуть больше в семью, так скажем. Да, ну, лет через 10, да, то есть группа, конечно, это тоже очень важно, но я бы хотела еще вот побыть в семье побольше, пока дети еще растут. Ну, в плане, если группы, допустим, то хотелось бы, конечно, развиваться не только в кавер-направлении. Хотелось бы, чтобы хватало времени развивать авторские программы, авторские песни. Mm-hmm. Вот. Выступать больше площадок, больше больших площадок, интересных. И побольше свободного времени. Может быть, это даже совсем несовместимые вещи. Да, точно. Сейчас слишком наивно. Для себя, мне кажется, это несовместимые вещи. Как ни парадоксально, но для тебя это не несовместимая вещь, потому что ты весь там, именно там. Ну да, да. Ну еще, вот как Саша сказал, я очень, конечно, поддерживаю его вот это вот желание создать школу рока. Интересная идея. И я бы, наверное, тоже в этом варился. Да у меня все просто. Я хочу жить группой. У меня есть такая мечта, то есть, ну, работать на большой сцене. Ну, так то есть практически у всех такое, да, желание. Дарить людям радость вот такую, чтобы они заряжались от нас. Вот. Ну, в будущем я хочу именно этого. Вот. Угу. То есть я прям готов шагнуть. Я думаю, что да. И невеста хорошая. Так самое главное, что... Да, смотри, главное, что этот шаг будет уже не в пропасть, понимаешь? Это шаг уже с такой базой хорошей. То есть я очень сильно желаю этого и хочу прям всеми правдами и неправдами сделать. Когда у вас у всех есть такое желание, все получится. Обязательно. Ну, я что могу сказать на себя? Так как у меня есть двое маленьких мальчишек, у меня цель как бы уж их вырастить, это точно. И вообще хочется, ну, так как я занимаюсь тренировками, йогой, мне бы хотелось как бы немножко углубиться в эту тему в скором времени, устраивать какие-то поездки, выезды, ну, с учениками, вот, путешествовать, смотреть мир, вот. И если получится мне совмещать и группу, и тренировки, и семью, то было бы здорово, конечно, выходить на новые площадки. Именно мне, например, как интересно, петь с группой, это не только ездить по ресторанам, по кафе, а хотелось бы какую-то огромную, большие сцены. Вот, допустим, мы будем на патриотическом празднике 9 мая выступать, большая сцена. Вот такие сцены меня вдохновляют, когда очень много зрителей, когда все тебя слушают, когда ты свободен. Ну вот, вот такое мне нравится. То есть, если видеть, допустим, развитие нашей группы, мне бы хотелось что-то авторское и вот на таких огромных площадках. Это было. Заметьте, каждый из вас сказал о чем-то большом. Вот именно вы видите себя в перспективе, что это что-то большое. Я от души вам этого желаю. Спасибо. Я знаю, что он нас слышит, и это обязательно сбудется. Ну и давайте под занавес программы. Я хочу, чтобы каждый из вас прямо по одному предложению пожелал нашим телезрителям что-то от души.
Вот туда, в камеру. Я желаю вам всего самого хорошего. Берегите себя, будьте всегда здоровы. Все будет хорошо. Радуйтесь каждому хорошему моменту своей жизни и живите одним днем, настоящим. Побольше счастливых моментов. Пусть будет все хорошо у нас у всех в жизни, никаких потрясений. Хочется жить, так сказать, под мирным небом. Вот. Пусть все будет хорошо у нас у всех. Желаю, чтобы скорее наступил мир. Желаю, самое главное, всем здоровья. Если будет здоровье, будет все. Не будет здоровья, соответственно, не очень хорошо. Ничего, российский народ кряхтеть будет, но он выживет. Всегда. И хочу сказать, будьте смелыми, не бойтесь идти вперед, не бойтесь идти в новое. Кайфуйте от жизни, чувствуйте, чего хотите, и делайте свое. Я благодарю замечательную кавер-группу «Шумгам». Тепла после долгой зимы донесем, пять минут до утра доживем, наше море вины поглощает. Время, дыра — это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. С нами память сидит устала, а в руке ее пламя свечи. Ты такой хороший была, посмотри на меня, не молчи. Крики чайки на белой стене, кольцованы черной луной. Нарисуй что-нибудь на окне и шепни на прощанье рекой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Две мечты на печали стакан, мы воскресли, допили до дна. Я не знаю, зачем тебе дан. Правит мною дорога луна. Ты не плачь, если можешь, прости. Жизнь не сахар, а смертном не чай. Мне свою дорогу вести. До свидания, друг. Не прощай. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой.
собой.